почему тебе так нравится Хани? Я должен исправить. Мне не нравится Хани, это я нравлюсь ему. Лина Хён и я не пытаемся всегда быть рядом друг с другом, но все равно постоянно оказываемся вместе. Хён меня очень любит. Я пытаюсь его оттолкнуть, но я нравлюсь ему слишком сильно. Это довольно плохо. Ли Хён раздражает. Лилину раздражает. Джисуна, что ты думаешь о ситуации с желудем? Думаю, Хён стал моим фанатом. Наверное, поэтому и поступил так. Он хороший, Хён. В последнее время Лино бежит к тебе каждый раз, когда ты улыбаешься. Верно. Этот Хён вроде как влюблен в меня. В обед он ел рамен, а я только проснулся. Я был голодным и в шутку попросил его приготовить мне тоже порцию. Но Хён воспринял это серьезно и правда приготовил мне завтрак. Так что я правда нравлюсь Лино Хёну. Как и говорил ранее, он любит меня, сами посудите. Я ему нравлюсь. Джисун не сказал, что ты стала его фанатом, потому что приготовил рамен. Подождите-ка. Ты становишься фанатом, потому что готовишь лапшу? Я стал фанатом, потому что сделал ему рамен? Что за бред? Это не имеет смысла. Я сделал ему покушать, и Хани стал моим фанатом. Это намного логичнее. Он забавный, конечно. Еще один раз было, когда Хани хотел поесть, но у него было мало времени. Так что я просто приготовил ему.